Всем привет, ребята, с вами Ёжик. И сегодня, ребята, у нас в видеоролике будет батл мега копилки. Мы сегодня открыем 20 сердропов, и сегодня у меня в гостях мой друг Мэйзик. Всем привет, ребятушки, всем привет. Сегодня мы, так сказать, забатлимся с ним и будем открывать сердропы, у кого лучше, у кого хуже, сейчас посмотрим. Ну что ж, погнали. Так, все, ну что ж, погнали, короче, открывать. Давай, я так понимаю, мега копилка сама уже разбита. Да, наверное, разбит, но у меня сейчас редкий. Так, а я сейчас только разбиваю, у меня все блинги 106 штучек. Так, ребят, если шо, вы сможете подивиться от лица Мэйзика на его канале. Канал его ставлю в описании. Что? У меня редкий. Ну все, у меня уже тоже редкий перед экраном. Погнали, я уже сверхредкий. Так, ну первый стардроп у меня редкий. 25 очков сил. О, так, ну я надеюсь на хороший дроп. Снова редкий. О, сверхредкий есть. Первый. Так. О, эпик, у меня есть первый эпик. Так. 100 кредитов. Ну да, нормально. У меня марсианское слово 2. У меня тоже эпический. И? О, мифический. Мифик? Так, да. Открываю. Ага, ладно, очки силы. Ну, пойдет для прокачки. Та, ой, у мене міфік з першого вже сразу же відкрився. Так, що там? Так, відкриваю. О, у мене скін на Ніту. У мене панда Ніта випала. Офігеть. Офігеть. 30 гем. Лідіруєш. Ну да, поки лідірує. За 30 гемів скін випав. Так, рідкий. Ну да. Рідкий дефолт. Так, рідкий. У мене рідкий. Берем. Жми, и монетка. Сколько у тебя осталось стардропов? У меня не показывается. А у меня показывается, у меня честь еще показывается, у меня 11. Так, ну я открыл, у меня редкий. Редкий, хорошо, так же открываю дальше. Так, о, у меня сверхредкий сразу же на мифика. Давай, легендарочку. Не, легендарку не дали, но мифик открываю и... Пин на Мейси редкий с лайком. Нормально. Ну нормально, пойдет. Да, лидирую пока что. Не, у меня снова редкий. Редкий. А, давайте. Так, у меня редкий уже, да. После таких дропов редкий. Открываю. Сверхредкий, хорошо. О, что монет, уже что-то. Так, о, сверхредкий, эпик. Сразу же так, на эпик все, эпик дропается и пин на Гавса, такий обычный. Ну ты выиграешь. Ну да, 6 ВЗ мне сегодня. Так, нет, смотри, у меня что-то вообще не видно. Сегодня не твой день, у меня предыдущие копилки было погано. О, сразу же средко на эпик. Блин, а, очки силы 100. Я хочу, чтобы сегодня кому-то лего выпало. О, эпик, нормально. Кстати, спрей, кстати, все тоже классно. Так, мне, блин, приглашают, все трошки мешает. Заблокировать на 10 минут. Так, сверхредкий мне дропнулся. 100 монет. Не, ну, хорошо, тогда, о, сверхредкий, эпический. Нет, и? Ага. Монет. Понятно. Так, открываю, редкий. Блин, лего сейчас не дропается ни тебе, ни мне. Лего это самое интересное. Согласен. Так, сверхредкий. Сверхредкий, окей. Так, сверхредкий. Ладно. Что-то уже все, закончилось мое везение. Нет, что за сверхредкий. Так. Я, кстати, проебал сверхредкого. Да, кстати, там какие-то маленькие шансы вроде есть. Так, сверхредкий. Да. 200 удвоителей. Теперь, понял. У меня осталось то ли один, то ли два стардропа. Так, сверхредкий. Не, все-таки сверхредкий, 100 монет. И все, у меня закончилось. Я последний, наверное, открываю, сколько у меня еще осталось. Наверное. У меня еще есть, так, открываю, тогда дальше. Нет, сверхредкий. Еще есть, что ли? Ладно, хорошо. Сейчас я богато скипнув. О,
такой эпический нормальный. О, эпик. Пойдет. Не, не сплю и есть. Да ладно. Все закончилось. Ну, мне в итоге выпало самое хорошее со 100 кредитов скин на Ниту, пин на Мэйси и на Гавса. Ну да, думаю, да, в принципе, в комментариях можно еще почитать так. А вот у меня еще одна есть, да? Что мне выпадет? Так ничего. Ничего не выпало. Так, ну, в принципе. Да, ну мне понравилось мидроп, хотя бы скинчик выпав. Хоть шось. Да. Хоть и сегодня без леги. Я вот сейчас думаю, может купить скин, либо. Феникс, Ворон, либо ПМ, как думаешь, кого купить? О, кстати, да, классные скины. Думаю, Феникс, Ворон, я бы хотел бы тоже такие скины себе. Феникс, Ворон, классный, в принципе. Думаешь, Феникса покупать? Ну, или 8 бита подождать, вот этого лунного? Лунный 8 бит, это что, вирусный? А, да-да, новый и скоро. О, кстати, да, 8 бит тоже будет классный. Вот думаю, либо сейчас Ворона купить, либо подождать. Ну да, либо... Себита. Либо то, либо то. У меня уже как бы ворон и так на 25-м. Я сейчас как раз бита апл, тогда подожду, куплю и запушим. Ну да, можно, кстати, говорю. Окей, можно, да. Что, на этом будем подводить итоги. С вами был я, Мэсик. И я, Ёжик, ребят. Вот такой дроп вышел у нас. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока-пока.